зовут Вероника Черная, я из города Александрия, Кировоградская область. Мне 13. Меня поддерживает целая группа моих друзей и мама. Сегодня я выбрала Надю Дорофееву и Позитива. Мне очень нравится их группа. Ну, в принципе, мне они все нравятся. Это был очень сложный выбор, но я выбрала душой. Честно говоря, я меломан, и я слушаю разные песни, которые только услышу. Шовен «Один в каноэ» я услышала на «Голосе дети» 3. И подумала, почему же я не могу ее тоже исполнить? Мне она тоже нравится. У меня голос дает возможность спеть ее. Очень красиво, ну правда. Хотела, чтобы кто-то один повернулся хотя бы, а оказалось, что повернулись все. Это было очень неожиданно для меня, и это был очень сложный выбор.